Идите! Я не хочу оставаться тут с ними. Я хочу пойти с тобой. Все в порядке. Но Джин так напугана. Мы слышали выстрелы. Наверное, охрана. Они стреляли во все, что движется. Если ли... Хотите купить что-то дельное, вам ко мне. Если понадоблюсь, я здесь. А яйца у вас есть? Если решите купить что-то дельное, вам ко мне. Если понадоблюсь, я здесь. Нужно разобраться с ними. Huh?
Входи. Если... Решите купить что-то дельное, вам ко мне. А, спасибо, брателло! Я твой должник.
Куча народу погибла в старых парах. Там было просто... Настоящая резня. Мы слышали. Выстрелы. Наверное, охрана. Они стреляли во все, что движется. Если решите купить что-то дельное, вам ко мне. Если... Решите купить что-то дельное. Вам ко мне. Сегодня вы заслужили уважение. Острый, как бритва. А Тит знает, что за бардак вы тут устроили?
Он идет. Уже почти здесь. Если решите купить... Ведь что-то дельное, вам ко мне.
Уничтожите! Все всегда получается. Тит хотел, чтобы я помог тебе. Я Кевин. Тит подумал, что я смогу помочь. Мне в жизни пришлось не одну дверь взломать, понимаешь? Но тут я ничего не смогу поделать. Это хороший замок. Тут понадобится универсальный ключ. Они есть только у старших охранников. Так что найди универсальный ключ, или ты не попадешь внутрь. Понятно? Ого. Хорошо. Этот ключ должен быть у старшего охранника. Когда начался этот кошмар, он спрятался в своем офисе с тремя своими головорезами. Офис находится дальше по этому коридору. Я останусь здесь и повожусь с этим говнюком. Некогда ждать, боже! Козлы вонючие!
Убей их! Хорошо. Теперь я поколдую над дверью, а ты следи за тем, чтобы меня не удивили. Мне нужно только провести здесь этой картой. Стой. Почему дверь открывается? Что за фигня? Дай-ка попробую еще раз. А может быть... Подождите, а может быть не открывается? Черт. Надеюсь, я не похерил всю электронику. Попробую еще раз. Твою ж мать! Если эта двойная дверь откроется, будет жопа. Давай попробуем. Вот говно! Приготовиться! Мы влипли! Прикрывайте мне спину, пока я работаю над замком! Центов не справился бы сам. Итак, двери открываются. Готов? Залетай и хватай все, что захочешь. Может быть, и для меня что-нибудь найдется. Да, нужно будет немного осмотреться. Бери, что осталось. Это не понравится, но без оружия ему хорошо.
Если... Решите купить что-то дельное, вам ко мне. Если понадоблюсь, я здесь. И это что, все? Нет, так не пойдет. Нам тогда придется еще пораскинуть мозгами. Короче, нам нужна еда. Если парни оголодают, они занервничают, и тогда никому мало не покажется. Может, сгоняете на кухню и подгоните нам немного жратвы, а? Ладно. Кухня тут недалеко, рядом с кафетерием. Я не могу здесь оставаться. Я не могу. Не могу. Джин этого не вынесет. Поторопитесь. А яйца у вас есть. Ты, блин, кто такой?
если решить. Купить что-то дельное, вам ко мне. Если понадоблюсь, я здесь. Вот, совсем другое дело. Когда ты голоден, любая дрянь за деликатес сойдет, да? Есть еще одно место, где его можно достать. У охраны была пара комнат возле блока Б. Комнаты находятся под надежной охраной. На случай, например, бунта. Там должна быть куча самого разного оружия. Вот только добраться туда проблема. В блоке Б заключенных было напихано, что сельдей в бочке, так что теперь там бродит целая армия трупаков. Зачистите всех, принесите пушки, и я пропущу вас в блок С. Почему нет? Найдите арсенал охраны. Принесите оружие и патроны, и я пропущу вас в блок С. Ступайте, только будьте осторожны. Когда все это началось, какой-то идиот открыл все камеры. Женщинам лучше остаться с нами. Здесь будет безопаснее. Мы переждем здесь. Скажите нам, когда будет можно. Вы хотите... сказать, что уже вернулись? А где пушки? Вы что, за идиоты меня держите? Входи. Если решите купить что-то дельное, вам... Эй, иди-ка сюда! Видишь вон того здоровяка? Да, ему нехорошо, верно? Ему нужно лекарство или случится беда. Поверь мне, я видел, как он справляется сразу с 5 охранниками. Если не дать ему аминозина, эти твари снаружи станут последней из наших проблем. Придется тебе пойти в лазарет и найти ему лекарство. Ясно? Сделаем это, брат. Хорошо. Найди аминозин. Принеси все, что сможешь найти. Если решите купить что-то... Ты, блин, кто такой? Тита скоро не будет. Вот увидите. Это скоро не будет. Вот увидите. Нужно разобраться с ними, прежде чем мы уйдем. В подвале сейчас творится чистое безумие. Там не только мертвецы.
Давай-ка глянем, что тут у нас. Входи. Если решите купить что-то дельное, вам ко мне. Хорошо, наконец-то. Я прослежу, чтобы он их принял. Тебе удалось предотвратить ужасную катастрофу. Интересно, что задумал Тит со своими крыльями? Куча народу погибла в старых банях. Если решите купить что-то дельное, вам как. С крутыми сучками. Thank you.
Этих уродов! Им зайти сзади! Oh,
Вот так, да! Ugh.
Yeah!
Слышите? Электричество отрубило, пришлось перекинуться на другой источник. Я за вами наблюдал, но не мог связаться. Слушайте, я знаю, что вы задумали. Не делайте этого. Ни в коем случае нельзя давать заключенным оружие. Тит – террорист и убийца. Я сам его упрятал за решетку, вы понимаете? Это тюрьма для международных террористов. Их сюда отправляли со всех концов света. Слыхали про конвенцию о выдаче? Вот здесь вот всю эту мразь и собрали. Это как пороховая бочка. Если Тит и его люди доберутся до оружия, их уже будет не остановить. Послушайте, оставьте заключенных, времени нет. Не беспокойтесь о ваших друзьях, я о них позабочусь. Вы должны скорее попасть в блок С. Единственный путь через канализацию. Скорее!
О, ни хрена себе! Джин, смотри, не идет ли кто? Но тихо. Друзья, они пришли за нами. Все было тихо, и тут словно взорвалось. Заключенные кинулись на Тита и его парней, а потом на крики пришла эта нежить. Моун забрал нас и отдал Алвара свою лодку, чтобы он сказал нам, как вас найти. Он помогал нам влезть в вентиляционную шахту, и тут его схватили мертвяки. Он пожертвовал собой, чтобы спасти нас. Их было слишком много. Мы ничего не могли сделать. Они накинулись на него, как голодные звери, и стали рвать на части. Если бы не он, нас бы тут не было. Отлично, молодцы! Теперь давайте на лифт. Лифт здесь. Теперь передохните немного. А,
Эй, вставай! Очнись! Сейчас не время спать, черт побери! Что случилось? Нас траванули газом. Я слышал, как вы говорили с Уайтом. Я помогал вам открыть замки. Нам нужно убираться отсюда. Сейчас же. И как нам это сделать, когда полкан, доверьтесь мне, кинул нас? У вас было то, что ему нужно. Он пришел сюда и забрал это, словно точно знал, где это искать. Вакцину. Какого черта? Охренеть, я же говорил, что ему нельзя доверять. Надо идти скорее. На крышу Уайта ждет вертолет. Если этот гад доберется до него, вперед нас, он улетит отсюда и вызовет бомбардировщики. Ядерная атака, полное уничтожение всего живого на острове. Его нужно успеть догнать, пока есть шанс. И что это за шанс? Уайт направился в госпиталь. Он хочет забрать с собой на вертолет свою жену. Но она уже совсем свихнулась, так что это будет не быстро. Он идет через левое крыло. Там мало зараженных, но это длинный путь. А есть короткий путь? Езжайте на лифте наверх. Вы сразу попадете в другое крыло госпиталя. Это рискованно, но так быстрее добраться до крыши. Но лифт только для крутых парней. Я и остальные пойдем надежным путем. Встретимся на крыше. Ну что, ни пуха ни пера. Езжай на лифте на верхний этаж и отправляйся в больничное крыло. А мы пойдем снизу. Иди. Удачи. Осторожнее. Посмотрим, что у нас тут. Некогда ждать, боже! Чего ты ждешь? Иди! Некогда ждать, боже! Пойдем! Посмотреть точно не помешает. Ah!
Давай-ка глянем, что тут у нас. Ugh!
И это все. Мне нужно новое оружие, и быстро! Есть что хорошее. Я решил, что буду записывать симптомы. Может быть, мои записи помогут докторам понять, что же это такое. Так, я голоден. Я ужасно голоден.
какое-то кошмарное, очень болезненное ощущение. Я даже не могу думать. Они скоро поймут, что я заражен. Мне так жаль. Я сделал огромные усилия, чтобы собраться в здравом уме, но я даже не помню, что я только что хотел сказать. Почему я так голоден? Такое ощущение, будто у меня кожа горит. Как будто кто-то забивает мне гвозди прямо в лоб. Хватит! Хватит! Джейк! Почему ты меня боишься? Это же я! Твой папа! Thank you.
Может, тут что-то есть. Мы опоздали! Мы с Эмили улетаем! Thank you.
Он был просто бык. Думаете, вы остановите меня? Я всегда на шаг впереди вас. Ура, Эли! Что вы хотите сделать? Я не собираюсь перед вами отчитываться. Послушайте, ваша жена погибла. Взгляните на нее. Ей конец. Но вы можете спасти нас. Еще один шаг, и я тебя застрелю. У меня есть вакцина. Доктора в Сиднее сделают еще. Мы пришлем вертолеты и всех спасем. Атомной бомбы? Кевин рассказал нам. Вы хотите убить всех? Думаю, начать надо с вас. У меня нет выбора, ясно? Этот вирус угрожает всему миру. Баной все равно потерян. Убивать миллионы незнакомцев легко, правда? Назад! Они же ведь не люди! Стой! Но убивать того, кого ты любишь, сложнее, правда? Твою мать!
Он меня убьет!
Он был прав, Баной потерян. Если не он, то кто-нибудь другой кинет сюда атомную бомбу. Еще наши имена на ней напишет. Надо валить отсюда. Согласно официальным источникам, Баной по-прежнему в карантине. Удивительно, но этот курорт, популярный среди богатых туристов и звезд, раньше был штрафной колонией, и там до сих пор находится одна из самых укрепленных тюрем в мире. Там содержатся опасные преступники и террористы, включая Харона, наемного хакера, работавшего на Аль-Каиду и Якудзу. Тем временем, новости о смертельном вирусе с острова вызвали панику во всем мире. Кое-кто утверждает, что эпидемия вируса — лишь первая часть атаки террористов. И у них глобальные намерения. Бернард Грин, представитель сил обороны Австралии, опроверг эти слухи. Оснований для этих нелепых слухов не существует. Весь остров находится в карантине. И тюрьма для особо опасных преступников в безопасности. Все содержащиеся в ней террористы, включая Харона, остаются там. Гуманитарная помощь уже отправлена на остров, и вы можете быть уверены, что эта инфекция не распространится за его пределы. Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за происходящим на Баное. На данный момент авиасообщение с островом прекращено. Не могу поверить, что у нас получилось. Я буду рад возвращению своих старых проблем. Если мир... остался таким, как прежде. Нет, он не будет прежним. Поверь мне.
Thank you.